На месте пустырей и несанкционированных свалок в столице Чувашии появятся скверы. Публичные слушания по проектам рекреационных территорий прошли в столичной администрации Чувашии. Запроектировать поделенные зоны отдыха предстояло сразу 18 площадок. Сейчас они представляют из себя в основном пустыри. Конкурс на проектирование выиграла нижегородская компания. Мы в Чебоксарах работаем уже 2 года и на самом деле, условно говоря, в кавычках, излазили его от и до. Соответственно, когда мы выполняли этот проект планировки, естественно, было натурное обследование всех 18 площадок, которые мы в течение недели все исследовали полностью. Одна из площадок – территория за дворцом тракторостроителей. Судя по макету проекта, там появятся дорожки, спортивная площадка, сохранятся зеленые насаждения. У нас на одной из площадок проектируется экстрим-парк, то есть это пейнтбол различный, возможно, это какие-то скейтерские объекты, всевозможные рампы и так далее. Потому что сейчас экстремальные виды спорта, они получили огромное просто развитие у нас в стране, особенно после Сочинской Олимпиады. Вот. Что еще? У нас есть спортивные объекты, которые продолжают развитие, лыжно-биатлонные трассы. О том, когда чебоксарцы смогут увидеть новые парки не на макете, а в реальности, пока говорить рано. После публичных слушаний проектировщикам предстоит заняться разработкой проектной документации. Ольга Пырычкина, Алена Алтухова, Олег Якимов, Республика.